старые песни со старыми реалиями. Шакете вылился, и я была во всей красе и танцевала, словно белка в колесе. Ко мне внезапно подошла большая толстая герла. Очень странную беседу провела, я, говорит, герла, работаю в райкоме. Твои тексты мы зальтуем в исполкоме, потом все это согласуем мы в горкоме, и ты споешь для нашего пепла. Там будет вход по 3 рубля, там нужно слушать не шаля, запрещены вино и конопля. Там нужно слушать не дыша, там нужно кушать не спеша, мороженое ложкой шевеля. И я сказал, это рыжий дуре, но ты в натуре, но ты герла в натуре. А вдруг сюда прибрется весь народ, она сказала, нет, конечно, не придет. Почему? Потому что там будет вход по 3 рубля. Там нужно слушать не шаля. Запрещены вино и коноплю. Там нужно слушать не дыша, там нужно кушать не спеша, мороженой ложкой шевеля. Но от роддома до дурдома вся дорога нам знакома. Мы везде бывали, кроме как в райкоме да в горкоме. А вот, например, нам говорят, откроем клуб для тех, кто был когда-то глуп, для тех, кто был когда-то груб и не причесан. Дадим подвал или чердак, приди туда, забудь стремак. Я обращаюсь только так, по всем вопросам. Цветы и бабочек в огне наляпать можно на стене и написать, конечно, нет войны. Там можно петь и танцевать, играть, брюльки рисовать, нельзя шалить, курить и выпивать. И я сказал этой рыжей дуре, но ты в натуре, но ты герла в натуре. Чем ты идешь в кафе по 3 рубля? Бля, уж лучше я пойду на Гоголя. В кафе по 3 рубля пойдем-ка мы на Гоголя и будем петь там песни тру-ля-ля. Мы будем петь и танцевать, курить, шалить и выпивать, и ни хрена не будем летовать, ведь от роддома до дурдома вся дорога нам знакома. Мы везде бывали, кроме как в райкоме да в горкоме.